16 chapter, 36 book. Tattanubhavu asyo nadhubo vidumahe tabangri renu parasadhikar. Yadavanchya silarana karottapo vihaya kamana suchiram yudhutam prata. श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए कहते हैं, हे भगवान, हम नहीं समझ पाते हैं कि इसकी किस साधन का फल है। अच्छा कालिय जी, कौन सा साधन का फल है ये आपके चरण तरह के इतने दुर्लभ होते हुए पर भी आपने उनको एक पर जिसके आपकी अर्धांगिनी लक्ष्मी जी की भी बहुत दिन तक समस्त भोगों का त्याग करके नियमों का पालन करते हुए तपस्या करने लगे। इसको भी पुण्य कालिया पाए पदगनी तको जीते ना पाए कृष्ण कृपारो संभव। जहाँ लगे लक्ष्मी देवी तब आचरिला बहुकाल भगवता कामाधीन। हालिया नाथ की पत्नियाँ अत्यंत विस्मित होकर कहने लगी, हे गोकुलेश्वर, इस नीच हालिया ने इस युग का फलस्वरूप आपके दुर्लभ चरण रेणु का प्राप्त किया। यह हमारी समस्या अतीत है। श्री नारायण वक्ष विलासिनी परम सुकुमला अत्यंत सुंदरी लक्ष्मी देवी ने भी प्रति संग्रह को त्याग कर कठोर व्रत पालन करके आपकी चरण प्राप्ति के लिए बहुत तपस्या की। हरे कृष्ण 14 июня 1900 года श्री रूप सनातन गोदिमा श्री श्रीमद भक्तिवेदांत बोन महाराज। Мы продолжаем с вами обсуждать темы последних дней. Мы обсуждали с вами виды Лакшми и что самое главное, Лакшми является Шримати Радхарани. Это та катха, которая तात्पर्य है संत महापुरुष की कृपा ही हमारी परम उपाधि है। उपाधि से उसके हम प्राप्त करते हैं। अर्थात भगवत कृपा न भगवत का एक ही उपाय है। И в этой шлоке говорится о том, что Кришна Бхакти возможно получить только лишь по милости Санта Махатмы, то есть от милости Саду Святого. Также мы обсуждали с вами милость Чайтани Махапрабху, без которой также мы не сможем достигнуть Бхагават Бхакти. एक बार नागर जी भ्रमण करते करते गोलकुंड में पधारे। Мы также разговаривали с вами о теме того, как наш Даришан разговаривал с Брахманой на Вайкунтхе. उसकी राज की कथा श्रवण करके लक्ष्मी जी के हृदय में लालसा जगी। И они обсуждали между собой раса катху. И когда Лакшми Деви она услышала это, то в ее сердце проявилась сильная жажда также участвовать в раса лиле Шри Кришны. И таким образом, что сделала Лакшми Деви? Она решает, что бы то ни стоило достичь раса лилы. И тогда она отправляется в Билван и совершает там аскезм.
И тогда Бхагаван Кришна Кришна, он проявился перед ней и сказал: «Лакшми Деви, скажи мне, что ты хочешь?» И Лакшми Деви, она сказала: «Я хочу участвовать с Гопи в Расалиле». А Кришна сказал: «Это очень редко, это недоступно для каждого». Но у Лакшми, у нее есть, это так называется, пативрата, то есть у нее ништха в ее супруга. И так или иначе, в ней присутствует эта сабхава. И Кришна сказала: тебе придется родиться, так выйти замуж за Гопа, и тогда, оставив его, отправиться ко мне, и тогда мы сможем проводить Расалилу. Но Лакшми Деви, когда она услышала это, она поняла, что она не может сделать это, потому что она привязана к своему мужу. Как она может оставить его? Это будет как поведение неблагочестивой женщины. И если ты вступишь в Расалилу, то там есть определенные правила. Если ты согласен со всеми условиями, тогда ты можешь войти в Расалилу. Но Лакшми Деви сказала: нет, 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 я не согласна с этим, ведь я царица, я Раджарани. Как же я могу родиться из лона Гопи? И тогда Лакшми Деви, то эго, которое у нее есть, это называется Брахмани Абхиман. И Кришна говорит: смотри, для тебя необходимо сначала принять рождение из лона Гопи, и затем тебе необходимо обрести взаимоотношения, супружеские взаимоотношения с Гопом, то есть из рода пастухов. И как Гопи, она услышала об этом: ведь мой муж Нараяна, как же я могу оставить его? Она обладала этой пативратой. Как возможно оставить своего супруга? Я сказала: нет, нет, это никак невозможно. А Кришна сказала: а ты еще послушай. Также тебе будет необходимо делать навозные лепешки. Может быть, вы видели, как деревня делает? Она, когда услышала это, она была очень изумлена этим. Она: нет, нет, как возможно, я же Махарани, я царица, и как же я могу делать навозные лепешки, как это возможно? И как же возможно, чтобы я делала эти навозные лепешки во Врадже? Для меня это невообразимо. И тогда было очевидно, что для этого есть определенная квалификация, которой она не обладала. И тогда Кришна продолжал, он говорит: тогда после этого, когда ты выйдешь замуж, после этого тебе нужно будет встретиться со мной, находясь в Паракия Бхаве. То есть это незаконное взаимоотношение. И тогда тебе необходимо будет принять анугатию Гопи и Радхарани, и под их руководством уже совершать служение мне и находиться в танце расы. То есть необходимо обрести сангу с Гопи, необходимо выйти замуж за какого-нибудь пастуха, и таким образом обрести служение. Но нужно понимать, что без анугати, без руководства Гопи, никакое служение Кришне, оно невозможно. И только тогда под
с такими условиями ты будешь способна вступить в Расалилу. Он так или иначе, гопи, она обладает этим желанием, и она продолжает свои аскезы. И тогда Господь сказал: «Хорошо, так или иначе, я удовлетворен твоими аскезами, и поэтому я приму тебя как золотую линию на своей груди». Да, то есть есть два знака на груди Кришны. Одна – это золотая линия Лакшми Деви, а вторая – это отпечаток стопы от Брагу. Брагу, что такое, когда он пнул его. И Лакшми Деви, она сама находится на груди Шри Кришны в виде золотой линии. И Лакшми Деви, она хотела войти в танец расы в форме Лакшми Деви, не меняя свои формы. И она не хотела не принимать никакую анугачи. Такие желания были в ее уме, и поэтому Лакшми Деви, она хотела вступить в Расалилу в своем теле Лакшми, но на самом деле это невозможно. Если кто-то совершает баджан Бхагавану в айшварья форме, но в Кришне есть та же особенность. Если кто-то поклоняется Господу в айшварья форме, он тогда не сможет достигнуть Кришны в его изначальной форме. И также есть особенность Кришны, и что это? Кришна Кохе, он говорит, что он из династии Гопа-Джати. Я не приму никого без, кроме Гопи, потому что я в форме Гопа. Мы говорим сейчас о Враджандинандане Шри Кришне, а там Диди одна спросила про Дваракадиши Кришны, про Губджу. Она... Это был... Это был Мадхурадиш Кришна, Девакинандан, царь Мадхуры. Нанданандан Кришна принимает только лишь тот, кто находится в Гопа-джати, династия гопов-пастухов. И поэтому, если кто-то хочет обрести взаимоотношения с Кришной, тогда ему необходимо будет принять рождение из лона Гопи, потому что Кришна не принимает больше никого. Даже Ягипатни. Они оставляют своих мужей и отправляются в Яшокпати. Это место Ягипатни. Бадроу. Иногда мы ездим туда в Бадро. Там также есть место Ашокватика. И Ягипатни, они приходят туда для того, чтобы встретиться с Шри Кришной. И они полностью предаются его стопам. Но Кришна делает так, что они возвращаются. Почему?
Потому что Кришна говорит о том, что он из Гопаджати, и он может принять только гопов. Кришна, он шутил и смеялся с Ягопатни. Ну, с одной стороны, мы уже видели, что он поприветствовал их и сказал свагатам, таким образом приветствуя их. Но Кришна, он дает прибежище гопи, но не дает прибежище ягопатни, то есть женам браманов, которые совершали йоги. Когда мы говорим о Кришне, это значит, что мы говорим о Нанда-Нандане Кришне. И Кришна, он сам говорит о том, что он из Гопаджати, и он не может принять никого, кроме гопи. Если кто-то хочет обрести Нанда-Нандана Кришна, ему необходимо принять рождение во врадже в форме гопи. Гопи-гарб, то есть из лона гопи. Им необходимо принять форму гопи. Таково правило, таково... Есть определенные правила, условия для того, чтобы войти в Расалилу, и это условие является одним из них. Необходимо также принять прибежище у Нитья-Сиддха Гопи, находясь под их руководством. И тогда они будут способны развить глубокую веру в своем сердце. Но до тех пор, пока нет глубокой привязанности и любви в сердце, гопи не позволят им войти, Йогамая, она не позволит этим гопи войти в Расалилу. Некоторые гопи, которые совершают баджану садхана и принимают рождение во врадже, они имеют какую-то квалификацию. Но они не обретают полное общение с Нитья-Сиддха Гопи. Они немного общаются с ними, но не полностью не предается им. Каково значение принять прибежище у Нитья-Сиддха Гопи в полной мере? Это значит развить любовь и привязанность в своем сердце. И каков симптом этого? Параспарану снеха банды. Аттратата. Когда возникает неудовлетворение во время даршана, такие симптомы. То есть, когда они получают даршан Господа, они никогда не удовлетворены, потому что им мало и мало, они хотят больше. Они хотят постоянно созерцать его прекрасный лик. И Кришна, он проявляет свою юную, вечно свежую форму, которую гопи хотят созерцать всегда. И особенностью здесь является это анурага, это связь между друг другом с помощью глубокой привязанности, когда ты не способен оставить своего возлюбленного. Таковы симптомы параспарану. Параспарану снеха бандана. Это первое. Второе. Даршин аттратата. То есть это не удовлетворение. Неудовлетворение при даршине. То есть, если какое-то препятствие наступает перед ними для того, чтобы получить даршин Кришны,
Для гопи это как будто бы тысячи и тысячи дней Брамы проходят. Если даже мгновение они не могут увидеть Шри Кришну. Поэтому есть шесть симптомов Махабхава Доши. Алпатик Анатта. На санскрите я не могу повторить шесть слов, так или иначе. Когда они чувствуют, что не могут находиться без Кришны даже одно мгновение. И когда они не видят его, то для них одно мгновение подобно тысяче и тысяче дням Брамы. И гопи, когда они встречают Шри Кришну, для них наоборот это кажется просто мгновением. И Махапрабху, он говорит, так же, как наши веки моргают. И вот для гопи, когда они моргают, для них вот это мгновение, когда они закрывают глаза, казалось бы, на мгновение для них, это приравнивается к тому, как будто бы в это время проходят тысячи и тысячи дней Брамы. Для них невыносимо разлука Кришны. И в это время слезы текут из их глаз. Когда приходит сезон дождей, и тогда в это время непрерывно идет дождь. Таким же образом, в разлуке с Шри Кришной, гопи, они плачут, и слезы непрерывно текут из их глаз. Рагунатх Дас Госвами, находясь в разлуке, он приходит во враж, но как он чувствует себя после разлуки со Шри Чайтаньей Махапрабху? Враж для него выглядел как вот здесь. Окей, как как это? В общем, когда сжигают тела, как крематорий, когда кто-то отправляется туда, там помещают огонь в мертвое тело. И когда тело горит, там вот доносится такой звук, просто как трескание. И также, когда Махапрабху уходит, для Рагхунатха Даса Госвами врач выглядит именно так, как место, где сжигают тела. Гирираж Говардхана Аштакам приводится множество став и стути Гирираджа Говардхана. Но сейчас для Рагхунатха Даса Госвами Гирираж Говардхан выглядел как питон, как пасть питона. Это мы стал сути адики. Радхар, мы не знаем.
कुंडेर महिमा जन राधा जी, राधा जी की और कुंड में दानव में कोई भेद नहीं है। Нет разницы между Радхарани и Радхакунду. Когда Радхарани, она тает, пребывая в глубоком чувстве любви, она превращается в Радхакунду. Поэтому Радхакунда — это как жидкая любовь. И Рагунатха Госвами никогда не покидает Радхакунду. Он никогда не уходит в никакое другое место, вечно пребывая там, на Радхакунде. Но сейчас для него Радхакунда, она выглядела как пасть тигра. Иногда, когда тигр приходит, он начинает реветь, находясь в желании того, чтобы кого-то съесть. И Рагунатха Госвами, для него сейчас Радхакунда, она выглядит как пасть разъяренного льва. Таково настроение разлуки. Я говорил вам о наивысшей степени анураги, и которая обладает двумя симптомами. Даршин аттратата. То есть, когда они получают даршин Шри Кришны, до сих пор они не удовлетворены. Кто может описать, насколько прекрасен даршин Шри Кришны? А Рададжи говорит: я никогда не получала даршин Говинды. Это просто как сон для меня. Читаем Чаритамриту, Кришнадас Кавираджа Госвами говорит о том, что Шримати Радика, она также говорит: иногда ты приходишь ко мне во сне, она обращается к Говинде, но я никогда вживую не получала твой даршин. Если ты придешь ко мне во сне, я буду так удачлива. Если Кришна хотя бы на мгновение проявится передо мной, тогда я буду самой удачливой. Ведь когда она получает даршин Шри Кришны, в ее сердце проявляется невероятное счастье. И приходят два врага. И что это за два врага? Ананда и Мадан. Когда они получают даршин Говинды, то тогда слезы текут из их глаз. Они не могут видеть Кришну должным образом. И Шимарати Радика думает: как же я могу получить даршин Шри Кришны? И ее ум, он полностью обеспокоен. И поэтому она считает, что на самом деле она не получает даршин Шри Кришны, находясь в глубоких чувствах. И это стадия Махабхавы. И что я хочу сказать этим? Встреча с Кришной — это настолько редкое состояние. Это бывает очень-очень редко. Первое — это нужно принять рождение в Лавраджи из лона Гопи. Затем необходимо обрести общение с Нитой Сидда Гопи. Затем необходимо выйти замуж за Гопа, и затем развить веру в Шри Кришну, и только после этого можно будет встретиться с Ним. Представьте себе только, насколько это редко. Только после того, как вы разовьете сильную, глубокую любовь к Шри Кришну, только тогда вы сможете встретиться с Ним.
Поэтому здесь также говорится. Поэтому Нагапатни, жены Кали, они также говорят. Хе Кришна, что же сделал такого в прошлой жизни наш супруг, что ты поместил пыль со своих лотосных стоп на его голову? Здесь говорится о том, что это невозможно даже для Лакшми. Поэтому она была не способна войти в Расу Лилу. Потому что до тех пор, пока вы не однонаправлены к лотосным стопам Шри Кришны, कालिया द्वारा श्री कृष्ण चरण की प्राप्ति के दो कारण हो सकते हैं, एक तो परम भक्तों की पत्नी का संग तथा दूसरा वृंदावन की अंतर्वर्ती स्थान जुमना की बास। यहाँ पर फिर वर्णन करते हैं कि कालिया कृष्ण की चरण प्राप्ति कैसे की। Итак, здесь также описывается, как Калия, он обрел пыль лотосных стоп Кришны, и как Кришна, он поместил свои стопы ему на голову. И почему же это произошло, здесь также объясняется. Есть две причины этому. Первое, это то, что Калия, он общался со своими женами, которые были вайшнавы. И порой жены Кали, они описывали слова Шри Кришны. Второе. Находиться во Вриндаване, на самом деле, это не такая простая задача. Осознанно или неосознанно, если кто-то находится во Вриндаване, он обязательно получит плод. Это никогда не пройдет впустую. Такова слава дамы. Это так же самое, что если кто-то осознанно или неосознанно поместит руку в огонь, он обязательно обожжется. Если кто-то осознанно или неосознанно находится во Вриндаване, так или иначе, он обязательно получит результат. Ямуна — это не обычная река. Ямуна — это сама Вишакхадеви. Когда Вишакхадеви, она растаяла, пребывая в глубоком чувстве любви, она превратилась в Ямуну. Если кто-то каждый день совершает Ямуна Стути, Равинда Ванду Бандини. Если кто-то совершает стути Ямуни, которая является самой Вишакхадеви, она, Вишакхадеви, является вечной подругой Шримати Радхарани. На самом деле нет большой разницы между Вишакой и Шримати Радхики. И поэтому иногда Радхарани, она называет Вишаку Анурада. Поэтому одно из имен Вишаки — это также Анурадха. У них есть вечные глубокие чувства по отношению друг к другу.
इसलिए तारिणी मितालिया के द्वारा श्री कृष्ण चरण की प्राप्ति को दो कारण हो सकता है। एक तो परम भक्तिमती पतियों के संग तथा दूसरा वृंदावन में अंतर्वर्ती स्थान जमुना में बस है। किसी भी प्रकार से वृंदावन की कोई धूल के पर्श हो जाए, कालिया он также находился в Ямуне. И если кто-то даже коснется пыли Вриндавана, это необычные вещи. А как же Калия, он получил пыль с лотосных стоп Бхагавана? Как вышло так, что Господь, он сам коснулся своими стопами его головы. И он сам сказал, матрица Браманик Парват. И Кали он сказал. Он сказал, если я пойду туда, тогда Гаруджи, он побьет меня. Ой, эй, Гувинда. तिलक रहने पर ही जमदूत भी उसके नहीं आता। तिलक धारण की जैसे नहीं है। कोई भी पापी तापी भी लाट पर तिलक नहीं कर रहे हैं। बोले कुछ समय उस तिलक देखते ही जमदूत उसको प्रणाम करके भाग जाए। ऐसे में ऐसे कर तिलक की महिमा चला। Если у кого-то на теле стоит тело, как тилок, тогда вы никогда не сможете попасть в ад. И Бхагаван, он говорит, я сам поставил отпечатки своих стоп на твоей голове, поэтому Гаруджи, он не сможет причинить тебе никакого зла. Поэтому не бойся, отправляйся туда. Вчера я подробно рассказал вам историю про Кали, как он обрел это положение и стал змеем Кали. Оскорбители, которые совершают апарадхи в святой дхаме, дхама, она никогда не проявит свою славу для такой личности. इसलिए कृष्ण जब कालियों के उनको नित्य नित्यशील पदों के प्रहार द्वारा विभीत न कर रहे थे, उस समय वो अपने मुंह से रक्त उगलने लगा और उसे अपनी पत्नी के वाणी पर विश्वास था कि कृष्ण स्वयं भगवान है। पहले तो विश्वास नहीं करते उनकी पत्नी जब कृष्ण जब उनके फन पर जब नित्य करने सच्चा है और मुंह से खून निकालने लगे, तब उनके स्मरण हुआ मेरे पत्नियां तो कहा थी कृष्ण भगवान। То есть сначала Кали, он не верил в то, что Кришна, он является Бхагаваном. Но тогда, когда Кришна начал танцевать на его головах, и кровь начала течь из его ртов, тогда Кали, он осознал, что то, что говорили его жены, они были правы, и Кришна, он является на самом деле верховной личностью Бога. इसलिए श्री कृष्ण जब कलियुग के फनों पर नित्य पदों के प्रहार द्वारा विजयन कर रहे थे, उस समय वो अपने नित्य के रक्त उगलने लगा
उसे अपने बच्चों की बारे में बातों पर विश्वास हुआ कि शिक्षण सेन भगवान है, अभी विश्वास नौ दिन कब वो शरणागत हुआ है। इसलिए कलियुग के कहा जाता है शरणागत कहा И так у нас одно, что Кришна является Бхагаваном. Вишван Чакравартипад, он описывает все это. И если кто-то предается лотосным стопам Бхагавана, тогда Бхагаван, он думает, как же я могу пролить милость на эту личность. Но что делает Махапрабху? Махапрабху, он не смотрит на то, кто-то предается ему или нет. Он проливает милость на всех. И Сарвам, Бхаттачарья, Пракашинанда. И Пракашинанда Сарасвати, они все являются примером этого. Они совершили нинду, то есть оскорбление в адрес Махапрабху, но несмотря на это, что сделал Махапрабху? Он освободил их. И сколько заняло времени для того, чтобы освободить Пракашинанду? Это заняло 2 дня. А Джагай Мадхай, да сколько их освободили за 1 мгновение? Почему? Потому что они не оскорбляли никогда вайшнав. Они были страшными грешниками, но они никогда не совершали никаких оскорблений вайшнавам. И что? То бывает и Итак, Джая и Виджая были освобождены за 1 мгновение. Сарвабхаума Бхаттачарья, за сколько Махапрабху он освободил его? Это заняло целый месяц. Почему? Иногда он критиковал каких-то вайшнавов, но большинство, на чем он был сосредоточен, что он был пандитом, ученым. И он думал, что то, что они делают, это неверно. У него был очень сильный аханкар, ложное эго. Сарвабхаума Бхаттачарья его называют он был инкарнацией Брихаспати, Сарвабхаума Бхаттачарья. No, nothing is perfect. Everything is perfect. Далее Пракашинанда Сарасвати. Майявади, апаради.
कल्याण है जानते हैं। तो महाप्रभु जब गृहस्थ लीला कर रहे थे नवदीप विलास कर रहे थे, महाप्रभु ने कहा काशी से पढ़ाए बेटा А Прокашинанда, окей, Прокашинанда Сарасвати, для него, за него освобождение, такой большой промежуток времени, почему? Потому что он был Майявади и был, не был способен понять суть ведов. Он изучал веды, но он был не способен понять суть ведов. Какова же суть вед? Кто-то изучает веды, но он не способен понять суть ведов. Господь обладает прекрасной формой, но он говорил, что Господь, он Ниракар, не Нирвишеш, что он не обладает никакой формой, является просто сиянием. Господь обладает Сачинандой, Виграхой, но они не принимали это, и поэтому в Священном Писании говорится, Ишварах Парамакришна, Господь, Он обладает прекрасной формой, прекрасной виграхой. А Майявади воспринимают меня бесформенным, и это является большой парадхой. Бхагаван обладает прекрасной формой, и все привлекаются этой формой. В священных писаниях Рупа и Мадхурья Господа описываются. Когда Махапрабху получает даршан Вриндавана, тогда он возвращается, не возвращается, просто он отправляется в Кашу. Сначала, то есть, когда он отправляется в Кашу, он дает свою милость Пракашананте Сарасвати. Итак, когда Кришна, он наступил на голову Кали, а только тогда он смог осознать его прекрасную трансцендентную форму. Спраут? В общем, у него было семя в его сердце, и когда Господь наступил на его голову, тогда это семя, оно проросло. Если вы возьмете какое-то семя и заложите его камнями, то оно будет разрушено. Но семя бхакти, оно никогда не уйдет впустую. Когда вы совершаете апараду, возможно, оно будет сокрыто, но затем, по милости вайшнавов и гуру, постепенно это семя, оно прорастет. Если вы можете увидеть, что, допустим, видите какие-то мраморные плиты, и между ними есть какая-то земля, то постепенно это семечко, оно прорастет. Таким же образом, когда Кришна, он танцевал на головах змея Кали, в это же мгновение Кришна, он тут же простил ему все оскорбления. Такова беспричинная милость Господа. Бхагаван, он дает милость Апарадхи.
Так же, как Нитянанда Прабху, он пролил милость на Джага и Мадаю. Бхагаван, он также дает милость Апарадхи. Дхик. Этот Прабху говорит, Гурудев, что знает название этой шлоки, но не знает шлоку. Гурудев цитирует, говорит, чтобы все выучили эту шлоку. Шримад Бхагаватам, 10-я песня, 47-я глава, 60-я шлока. Ой, не тут. 47? Окей, 10, 47, 60. Шримад Бхагаватам, выучите, пожалуйста, всю эту шлоку, Гурудев я попросил. Хари Кришна.